Сегодня по всей стране, и Российской Федерации, Беларуси, Украине, ряде других стран проходят мероприятия, посвященные 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Это крупнейшая авария, радиационная авария на объектах, на подобных объектах в истории всей всемирной истории. Очень много людей было привлечено, сотни тысяч людей на ликвидацию последствий. И вот в память об этом подвиге учрежден был памятная дата, которую мы сегодня отмечаем. Это день памяти погибших, и мы отдаем дань уважения ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Около 1400 волокжан приняло участие в ликвидации последствий. Часть из них отдали, к сожалению, свою жизнь. И мы сегодня о них будем вспоминать. Прошли уже траурные мероприятия у памятника чернобыльцам. Очень много мы ведем работы вместе с чернобыльцами для того, чтобы сохранить в памяти подвиг, который совершили и волокжане, и другие ликвидаторы из других регионов Советского Союза. Потому что, по сути, вот этот подвиг, цена этого подвига – сохранение жизни многих-многих народов не только Советского Союза, но и Европы. Поэтому мы огромную работу проводим по сохранению памяти. И вот вместе с организацией общественной «Союз Чернобыль» мы сохраняем эту память. В том числе сегодня будем презентовать книгу, которая издана на деньги гранта, переданного правительством Вологодской области, нашей организации общественной. Ну и очень много других мероприятий проходит и не только в Вологде, в Череповце, в муниципальных районах Вологодской области. Книга называется «Память Чернобыль». Там сохранены воспоминания и информация о вологжанах, которые боролись с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. Хорошо, спасибо.